Пошла! Сахай, надо поговорить. Когда я был молод, мне пророчили славу Тадайори Нагао. Вы лучший стрелок всех времен. Ничего подобного. Но да, я хорош. Я благодарен вам за науку. Лук занимал все мои мысли. Места для семьи не осталось. Томоэ была мне как дочь. Ее деяния все перечеркнули. Да, понимаю. Моя жизнь принадлежала Луку. То, что Лук дал мне, было прекрасно. Но то, что Лук отнял... Семья важнее всего. Сенсей. Не становись, как я. Не отдавай все призраку. Томоэ где-то в Камиагате. Пытается собрать себе войско и задобрить хана. Если так, мы ее найдем.
и прикончим. Да, так и будет. Я столько времени их искал. И все без. Я работаю с любыми доспехами. Ваша безопасность – моя забота. До встречи. Мы молимся за нас. Падин, вы нашли доспехи? Враг никогда не наденет творение твоего мастера. Монголы заплатили за его смерть. Я рад, что его убийцы больше никого не тронут. Но как жаль, что его искусство ушло с ним в могилу. Ты можешь обучить других. Вы правы. Возьму ученика. Тогда наследие моего наставника со мной не умрет. Давайте-ка подгоню под вас. Подумал дядя, увидев меня. Ты броня.
Мои доспехи спасут от монгольских клинков. Изготовите для вас доспехи. Спасибо. Будьте несокрушимы, как гора Кубара. Что сказать? Хорошо, когда есть помощники. Столько. Что остальные? Готовы следовать за тобой. Сенсей сказал им, что никто, кроме тебя, не сможет убить хана. Один не смогу. И надо придумать как. Хан в порту Идзуми, окруженный войском. Надо найти брешь в их обороне, где проскользнуть. И где искать хана? Глянем с высоты птичьего полета. Я знаю одно место. Идем сейчас, под покровом ночи. Порт Идзуми. С вершины маяка обзор лучше. Только бы туда забраться. И лучше тихо. Идем. Что хан здесь ищет? Он поплывет на большую землю. Продолжит войну уже там. Нельзя ему это позволить. Цветы. Как раз из таких я готовлю яд. Монголы их тут собирают. Чтобы отравить нас. Думаешь, мы тогда поступили правильно? Я рискнул. И мой яд спас тысячи. А если он убьет много тысяч? Мы не допустим, убьем хана раньше. Да, верно. Хана нужно убить как можно скорее. Бесполезно идти в лоб, но мы можем забраться на утес. И как-то проникнуть внутрь. Ну, веди.
Дармун байстраза!
Что в этих бочках? Припасы? Цветы. Это яд. В одной бочке сотни смертей. Хан повезет их на большую землю. Он не должен покинуть остров. Мы осмотрим порт с верхней площадки маяка. Хорошо, пошли. Смотри на волны, они пологие. Такие бывают перед штормом. Это будет нам на руку. Сейчас я потушу огонь на маяке, чтобы он не помогал монголам во время шторма. А когда уйдут, зажжешь снова. Посмотрим, что в порту. Сюда! Придумаем, как лучше нападать. Поместье начальника порта. Возможно, теперь там живет хан. Недалеко от причала и кораблей. Разумно. Видишь, птицы кружат. Как будто они чего-то боятся. Их напугал шторм. Они полетят дальше от берега. Там можно выставить лучников. Чтобы лишить монголов преимущества? Всадники хана пойдут нас с фланга. Монголы просто ушли отсюда. Место открытое, трудно оборонять. Зато для засады в самый раз. С утеса хорошо видны монгольские корабли. Ох, что бы мы с ними сделали, будь у нас хвачки. Хан почти готов отплыть на большую землю. Со всем своим войском, взрывчаткой и моим ядом. Если не остановим его, сёгунат обречен. Шторм поможет нам одолеть монголов. Он начнется и заставит хана укрыть корабли в заливе. Тогда мы ударим. Потопим корабли и все, что на них. Тут нужно оружие монголов. Простое дело для ловкого вора. И еще нужны воины. Малый отряд отвлечет монголов. Я проберусь в форт Эдзуми и убью хана. Рискнем. Что ж, тогда надо готовиться. Thank you.